Всем привет, ребята! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю долгожданное видео, которое называется «Громгильда и ее тайный поклонник, второй сезон». Да, вы долго ждали этого видео. Простите, что я так долго не снимала. Ну, у меня были на то обстоятельства. Зато сейчас я снимаю ваш любимый сериал. И что ж, поехали! Так, что ж, ребята, ну вы помните, как я вас распределил, пойдемте осматривать местность. Да, помню, мы на север с Крилом. Ой, точнее, мы на юг, это мы на север, да, да. Видишь? Да, мы пойдем в другую сторону, наверное, на восток, ну или на запад. Хотя можно и то, и то проверить, да, не на фуле. Все, тогда расходимся. Ура! Так, летим, братец. Что там за звук? Так, подожди, ты слышал это? Давай-ка проверим. Мне кажется, что это не чисто дневная фурия, ты там где? Сзади. Так, хорошо. Давай опускаемся. Так, вроде ничего на горизонте не видно. Но что это был за странный звук? Дневная фурия, ты что-то чуешь? Вот, без убека ты что, ничего не чуешь? Ну-ка, дневная фурия, веди нас. Без убек, давай, быстрее, быстрее, следуй за ней, следуй, следуй. Без убек, давай, иди. Так, тихо-тихо-тихо. Это же просто древоруб. Тихо, безумие. Разберись. Видишь, она кланяется тебе. Ну, понятно. Это просто древоруб. Надо уже привыкнуть, что ты король, и никакой дракон нам не может причинить зла. Ты чего? Ля-ля-ля-ля, давай-ка, Кривоклык, ты же дракон, давай-ка учись находить след. Я сказала, учись. А, смертохват, что, проверил, ничего нет? Ну ты, смертохват, даже ничего найти не можешь, видишь? Все приходится делать таким, как мы, смелым. О, не извиняйся. Да. А? Что это за звук? Стой! Стой, стой. Твоя Громгильда там в порядке. Она ведь со Скрилом. И, кстати, что я хотел сказать. Ты заметил, что Скрил, кажется, любит ее. Да понял, я понял. Но мне кажется, она тоже к нему хорошо относится. Да понял, я понял. Но я думаю, лучше проверить тот шум, что это там такое было. И, кстати, смотри, что я научился делать. Я супергерой, мой плащ развивается на ветру. Это же смешно, ребята, вы что, видите, мой плащ. Мой плащ, не смешно. Не понимают они юмора. Так, ладно, пойдемте тогда проверим территорию и... Так скажем, пойдемте дальше все проверять. И вообще надо на этот шум как бы сходить. А то вдруг там Гримель и я стану самым знаменитым викингом, потому что я смог остановить самого Гримеля. Да, я. А что? Да ладно тебе. Чего вы все ржете? Это очень смешно. Ха-ха-ха. Я тебя сейчас прибью, Кривоклык. Да помогай мне встать. Давай, теперь помогай. Мне лень. Я ленивый. Спасибо большое. Но я ведь правда крутой, да? Видите, вы даже согласны.
Ой, да ладно вам. Вы вечно ищете у кого-то виноватых. И ладно еще там, ну там Астрид, ну там Икинг. А меня это я вообще никогда ни в чем не виноват, вы знаете. Сморкала. 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 Что произошло? Я что-то тоже не понимаю. Вообще, что это было? Я не знаю, но... А! Клевоклык! Клевоклык! О, боже мой. Подождите-ка. Нет! Нет, 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 я, кажется, понял, что это такое. Я понял. Вот, блин, не попал. Ну, хотя бы обезвредил вот этих вот. Я спасен. Теперь бы надо найти Беззубика и все ему рассказать. Так странно, мы уже так долго идем, а я даже ничего не слышала. Хм, странно, очень подозрительно. Хотя наоборот, Гримель был тут, но я в любой момент готова отомстить ему за все, что он сделал. И ты, девочка, я это знаю, ты у меня очень хорошая. Что, что ты учил? Подожди-ка, бежим, бежим, бежим. Астрид, 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 что с тобой? А, что произошло? Бедная Астрид, что с ней случилось? Так, надо ей помочь, надо... Да подожди, давай, пусть она пока отдохнет. Она, наверное, устала, слишком уж устала. Видишь, пусть отдохнет. А мы можем пока что пойти и вдвоем проведать территорию. Ну, если ты думаешь, ну, можно, ну, а как она... Да не бойся, она просто устала, наверное, заснула. Наверное. Молодец, мой мальчик. А, ну, хорошо тогда. Ладно, я согласна, полетели, что ли? Полетели. Подожди, ты слышала этот звук? Да, я слышала. Это как будто дракон какой-то кричал. Так, подожди-ка. Да, я тоже это слышал. Давай-ка посмотрим. Давай. Дошли. Так, подозрительный шум. Я его до сих пор слышу. Подожди, это, кажется, грозокрыл, он зовет о помощи. Помогите, помогите, помогите. А, грозокрыл, привет, что с тобой произошло? Я попал в клетку. Здесь был какой-то капкан, так еще и клетка. В смысле капкан был здесь? Он должен... Я имел в виду, что с тобой произошло? Этот капкан, что это такое? Ай, господи, еще солнце засветило в нужный момент. Да помогите же мне, не видите, хвост застрял, пытаюсь выбраться. Давай ты, Грангиль, да, а то я вообще не специалист в клетках. Может, ты, героиня, покажешь поступок. Ой, как это романтично, конечно. Так, только не двигайся. Тьф, куда я еще-то двинусь? И раз, и... Ой, все. А, мой хвост до сих пор застрял. Давай. Ой, а эту клетку бы лучше убрать. Ой, спасибо, Грамгильда. А, всегда, пожалуйста, рада помочь. Ой. Да ничего, как бы я вообще как бы всегда всех выручаю. Это же моя должность. Так. Ой, большое спасибо. А, и это Скрилл? Ну, подожди, я же его видел... С... Гри... Ты же меня видел, да, с Грамгильдой. Мы с ней уже давно... Мы с ней встречаемся. Ты что? Нет, я тебе... Вообще-то ты вроде работал на этого, на... Гри... Да, не, мы с Грамгильдой, да, у нас парное задание, мы работаем, мы ищем Гримеля. О, да, Гримель, ты с ним работал... Я говорю, я убийца Гримеля, я вообще хочу его убить, он ужасный человек, да, да.
Да, Горзакрыл, ты можешь как бы лететь, мы тебя освободили. Ну, подожди, я хотела сказать. Все, лети, слышал, слышал, лети. Ну, ладно, тогда пока, ребят. Пока, все, пока, пока. Как-то странно, клетка находится в лесу. Это точно, этот глупый Гримель ее поставил. Ну, почему глупый? Он, наверное, умный, раз уж поставил эту клетку там, где ее не может быть. Логично, но я его убью, этого... А, Гримеля! Он жив, он чуть нас всех не погубил. Ну да, логично. Гриндели, может, пойдем дальше куда-нибудь полетаем? Ну, давай. Очень уж это подозрительно. Они так и не узнали, что я находился здесь. Скрил молодец, работает на меня. Он так хорошо работает, притворяется. Но Грозокрыло зря не выпустил. Ну ладно, не Грозокрыло моя добыча, а этот злобный змеевик. Я бы сейчас ее схватил. Но я жду момента, жду красивого момента. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующая серия Громгильда и ее тайный поклонник. И всем пока. 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 Жми на фоллоу, лайкни меня.